И всем привет! Вы на канале «Смотрим Швейцарию». Я про это уже делал ролик короткий. Да, типа продолжение. Мы сейчас на яхте. Как я показывала, тут вот такая вот красивая гора. Очень все красиво. Шатает, может быть, размыто. Вот. Очень классно. А тут вот еще раз так красиво. Что не приближаем? Вот. Очень красиво. Вот так вот тут. Сейчас еще покажу. Тут есть типа вот такого, можно залазить, там еда всякая. Помаши. Где мы сейчас, Поля? На лодочке. На лодочке? Сейчас. Просто гуляем на лодочке. Куда ветер, туда и оно. Угу, покажешь нам? Сказал, что можно сама. Короче, нас тут жилеты одели. Коля, покажи, какие жилеты у нас. Вот такие можно снять, мама разрешила. Ага. Тут вот так красиво, и вот сейчас вот в кабинке вот можно вылазить. Да, и дышать. Тут вот такой вот парус. Большой очень. Очень красиво. Теплышко. Купаться даже можно. Вот еще есть тут такой большой стол был. Вот так вот тут все красиво. Мне очень нравится. Это роскошь, очень дорого стоит, сразу говорю. Смотрите, какая редкая лодка. Прикольно. Тут можно это закрыть вот так вот. И все. Кран вот. Вообще неудобно эти жилетки. Очень красиво. Ну и тут внутри очень красиво. Опять же говорю. Все очень красиво. Мне очень понравилось. Я тут заметил какую-то штуку, вот смотри. Пим-пим-пим-пим-пим. Пим-пим-пим-пим. Подписывайтесь, ставьте лайки, и чтобы у вас были самые лучшие лодки. И яхты? Лодки. Хорошо, всем пока, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока.